флюорографии начинает свой путь каждый потенциально больной туберкулезом. В первую очередь врачи смотрят на цвет легких. Если есть затемнение, диагноз может подтвердиться. Удача, если форма чувствительная. Это значит, пациент не выработал устойчивость бактерий к антибиотикам, и его можно ими лечить. Анастасии не повезло. Из-за беспорядочного приема препаратов у нее сформировался устойчивый туберкулез. Сейчас бы, если бы, да, как говорится, вернуть время назад, я бы действительно лучше пошла к доктору, чем там идти покупать антибиотики, которые действительно могут и не подходить мне в данном каком-то случае. О лекарственно-устойчивой форме туберкулеза Анастасия узнала после анализа мокроты. Врач сразу определил, какие антибиотики уже бессильны. Сейчас специалисты краевого противотуберкулезного диспансера используют два метода – посевы и ПЦР-тест. Каждый из них определяет лекарственную устойчивость организма к своему препарату. Поэтому полная диагностика занимает до 4 месяцев. Но вскоре должны появиться более современные способы. Что за оборудование вы ждете? Да, это ПЦР-амплификатор DT-Lite. Он определяет в материале наличие туберкулезной палочки, а также устойчивость к трем препаратам – рифампицин, изониазид и фторхинолоны. Этот анализ, результаты получится, мы получать будем в течение 3 дней. В рамках лечения жители каждый день ходят в диспансер для приема бесплатных лекарств, которые в магазине не купишь. Для пациентов с простым туберкулезом курс длится 6-8 месяцев, с устойчивой формой – до 2 лет. Мы за 9 месяцев выросли в контингентах на 30%. Это те пациенты, которые состояли, которые ранее лечились и лечились безуспешно. Среди вновь выявленных пациентов, в связи с тем, что мы своевременно начали диагностировать лекарственную устойчивость новыми передовыми методиками бактериологическими, в связи с тем, что своевременно происходит все-таки госпитализация, изоляция бациллярных больных, мы достигли снижения. Сейчас общее число больных туберкулезом не уменьшается и не растет. Всего в крае около 3500 людей с этим диагнозом. И самая главная причина, по которой их число не стремится к нулю – лекарственная устойчивость. Поэтому лучше не заниматься самолечением, утверждают специалисты. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.